Награждение патриаршими наградами петербургских медработников, внесших большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, состоялось в северной столице. Награды вручил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофий. И в своем приветственном слове сердечно поздравил медиков с великим праздником Рождества Христова и Новолетием. Церковь всегда относится с благоговением, с благодарностью ко всем врачам. Много врачей у нас причислено к лику святых, вы знаете. Действительно, ваш труд особый на земле. Вы как руки Божии. Господь дал вам знания тела, которое Господь сотворил. Но это тело после грехопадения стало больным, к сожалению. Оно таким не было у нас. Я думаю, что ваша работа будет только до второго пришествия. А дальше ваша уже работа не понадобится. Будет новая земля, будет новое небо. И тело будет уже не подвержено никаким больше болезням. Но пока мы на этой земле живем, у вас никогда не будет безработицы, потому что все мы склонны к грехам, а вместе с этим к болезням. Медали и патриаршая благодарность удостоены настоятель храма иконы Божией Матери «Живоносный источник» при больнице номер 26 протоиерей Евгений Горянчик, главврач епархиальной больницы блаженной Ксении Петербургской Елена Бирина, врачи других городских больниц, клиник и госпиталей. Автандил Георгиевич Микава поблагодарил владыку за награды и отметил, что в зале собрались достойнейшие медики города, но множество докторов, сестер милосердия, санитаров находится на посту. И каждый из моих коллег проявляет свои удивительные качества. Те качества, которые можно перечислять до бесконечности и которые всегда были характерны для русского доктора, русской сестры милосердия, наших нянечек. Все эти качества возвращают нас к давно забытым, но очень красивым, исконно русским, душевным качествам, которые не имеют перевода на другие языки. Великодушие, милосердие, сострадание, готовность в любую минуту прийти на помощь.